и ожидать. Можешь мне что-нибудь сказать? Черт. Здравствуйте, друзья. Через ровно сутки начинается Новый год. Видео, которое я обещал, задержалось из-за того, что у меня просто-напросто вышли из строя две камеры. В январе я буду полностью обновлять оборудование, закупать дополнительные камеры, чтобы больше таких проблем не было. Сейчас вы увидите фрагменты того дома, в котором я был. И думаю, в январе будет перерыв примерно где-то весь январь, я не буду снимать. Этот дом поразил меня, конечно. Первый раз меня толкнули в спину сзади. Смотрите то, что из этого получилось. Я еще буду в моментах сейчас себя вставлять и объяснять, что же действительно там произошло. Сегодня я приехал в дом, в котором раньше жили люди. Съехали лет 7 назад, 8 примерно. И слухи и дошли до меня. И истории, я пообщался с людьми, что в этом доме действительно бывало, происходила паранормальная активность. Случалось такое, что в полнолуние, либо когда в деревне какая-то беда случалась, частенько в такие дни, знаете, происходили вот необъяснимые вот эти вещи. Еще история ходит о том, что в этом доме и вообще по этой улице, в этой деревне, ходит черт. Ну, говорят, что ходит черт. То есть не знаю, как это может вообще быть в целом, но он стучится в окна, в двери, издает звуки умерших людей, которые недавно покинули этот свет. И за этим тоже, после того, как он вот приходит, следует то же самое. То есть активность в домах появляется не во всех. Вот в этом и еще там есть соседний. Но туда нам попасть не удалось. Я не смог найти хозяина этого дома, поэтому попасть туда мне было затруднительно. И хорошо, что мы попали сюда. Так как выпуск у нас новогодний, это последний выпуск в этом году, в январе я беру перерыв. Видео будут выходить только в феврале. Я думаю, уже в большем количестве. Вот. Собственно, я здесь уже нахожусь приблизительно сейчас. Пока ничего я не заметил. Ну так, шорохи какие-то были. А, увидел большого хорька наверху на потолке. Такого огромного. Он сбежал. Собственно, ну только шорохи, какие-то звуки. Ну, не исключительно, что он вернулся там и шумит. Поэтому сейчас я проведу ритуал со свистком, подключу рацию, одну оставлю в той комнате и зажгу свечи. После чего мы будем с вами ждать и смотреть. И сегодня я взял с собой абсолютно все из того, что у меня есть. Это камеры, фонарик, фонарики разные, рации две, запас флешек. Камеры. ЭГФ, друзья, не будет сегодня. Единственное, что я забыл, это пауэрбанк ЭГФ. Поэтому у нас остается только рация. Еще плюс к этому. Сейчас мы пройдем с вами в коридор. Я хочу провести небольшой эксперимент. Вот трешка у нас уже стоит. Вот, собственно, так вот выглядит этот дом. Так. Коридор. Попробуем закрыть дверь.
сожалению, что-то она не закрывается у нас. Здесь тоже какая-то типа подсобное помещение, типа какой-то пристройки. Так, собственно, да, вот этот вот круг я начертил. Вот сюда сейчас свечи поставлю. И уже будем сейчас начинать с вами ждать и проводить ритуал со свистком. Собственно, забыл вам сам эксперимент показать. Я вот нитку натянул здесь в коридор, в коридоре, в котором, на которой у меня не хватало камер. У меня их всего три. Одна будет со мной в комнате, вторая, которая у меня в руках, и третья будет вот, вот здесь. Я повесил на эту нитку вот такие звоночки. И если вдруг как-то кто-то хочет будет со мной пообщаться или подтвердить свое присутствие, сможет. Дверь я подопру. Вот так вот. Все. Симка пошла. Еще одно зеркало, друзья. Довольно-таки. Ну, не сказал, чтобы старое. Но достаточно. Так. Хорошо. Теперь же остается только одно. Проводить ритуал со свистком. Войду в круг, чтобы не выходить, мало ли что, локация новая, мы здесь, можно сказать, чисто ради того, чтобы убедиться в том, есть ли что-то в этом доме или нет. Разбираться будем потом, так как мы даже не сможем по ЭГФ связаться, друзья. Ну что, я думаю, время начать. Теперь, я думаю, ничего не остается, как кроме того, что сидеть и ожидать. Больше я ничего не могу, но мне уже мерещится, как будто что-то начинает шевелиться. Как будто звуки какие-то из коридора, я не знаю, свечи ведут себя вполне нормально.
Прибор тоже молчит. Полная тишина. Так, рация я включил. Все. Остается только вот она. Есть здесь кто-то. Здесь есть кто-нибудь? Кто ты? Никого там нет. Говорят, что демонов можно увидеть вот в таких проемах дверных. Они как черное облако висят. Ну, что никуда не поеду. И поеду в какое-нибудь место, в котором уже был, чтобы довести дело до конца. Но тут вот просто такого не ожидал. На самом деле. Ты еще здесь? Да, жалко, что ЭГФ не взяли. Можно было бы прям нормально так пообщаться, попытаться выйти на контакт. С расами что-то не то. Лёш, смотри, в общем, вот такая вот штука была в этом доме, в который я посетил. И, в общем, момент вот такой, смотри. Я в другой комнате нахожусь. А тут... Опа. Такая ситуация. И, ну, я немного шокирован. Короче, трёшка. Трёшка у меня отлетела после этого. Умерла, то есть, камера. Ничего. Друзья, в общем, это видео у меня на телефоне было. Я отправлял своему другу в Москву, чтобы он посмотрел на это. Собственно, решил вам это показать. Смотрим дальше. Себя что-то он перестал. Прояви себя еще раз. Какой-то у нас... Охренеть.
и не общается, а только лишь звуки подает. Можешь мне что-нибудь сказать? Черт. О, черт. В круг. Друзья, я сейчас немного я шокирован. Почему? Почему ты себя в этой комнате только проявляешь? Да, по-видимому, он может везде себя проявлять, вне зависимости от того, где он находится. У тебя есть имя? Честное слово, это первый раз, когда я не знаю, что делать. Твою мать! Черт! Ни хрена себе! Вот это да! Здесь, короче, испачкался. Друзья, сейчас что-то сзади как будто толкнуло меня. Вот из этого проема. И когда я проходил, сзади как будто что-то толкнуло меня по спине. Здесь действительно было не по себе, потому что удар был в спину таковым, как будто, знаете, большим потоком ветра, огромным выстрелом воздуха тебе просто в спину бьют. И это не какой-то жесткий удар, как будто, там, не знаю, табуретка или что-то на тебя, доска какая-нибудь упала. Просто толчок такой, как будто тебя реально вот резко
сдули воздухом. Резко, причем резким порывом воздуха. Зачем ты это делаешь? Я, пожалуй, пока из круга выходить не буду. А, жестко приложил он меня. Я ни слова не могу разобрать. Что-то показалось, как будто я хочу тебя забрать. Ты хочешь забрать? Хочешь забрать меня? Ты хочешь забрать меня? Зачем я тебя? Друзья, он говорит остаться с ним. Я думаю, что дело намного серьезнее, чем я мог представить себе это. Думаю, нужно потихонечку собираться. Дверь также закрыта, друзья. Опа, свет. Уже свет потушил. Ладно, побудем в темноте. Ты еще здесь? Что тебе нужно? Для чего я тебя? Туда я попал. Свет один сел. Он его, видимо, посадил. И как назло, я взял с собой все оборудование. Мне очень тяжело это сейчас все будет собирать, друзья. И нужно О, черт. Твою мать. Так, ладно. Друзья, ради своей же безопасности, вы сами все видите, я не буду испытывать удачу, я сейчас собираться буду. Ну, раз активность в таком пике, все в кучу собрал.
раз активность в таком пике, то я не буду выключать камеры, буду собираться прямо на камеру. Черт возьми, опять. Я, пожалуй, прочитаю сейчас одну из молитв, чтобы у меня была возможность уйти отсюда в целости и невредимости. Я сейчас буду собирать вещи. Чем воняет? О, ну и вонь. И мне показалось, что он сказал, что он расстроен. Мне сюда одному возвращаться теперь точно не вариант. Быстро собираю вещи. Я уйду, но ненадолго. Совсем скоро вернусь. Уйду. Продолжает играть. Все, друзья, я собрался, собираюсь уходить отсюда.